Отож, дорогі дівчата, запрошуємо вас до наших телеекранів, тому що до нашої студії вже завітала експерт з вибору спідньої білизни Ірина Семенюк. Вітаю вас. Добрий день. Із сюжету ми дізналися про те, що вибір бюстгальтера дуже важлива річ. Він не повинен бути ні великий, ні маленький. Але я знаю, що жінки поділяються на дві частини. Ті, які люблять, щоб він підтримував і вибирають поменше. І ті, які люблять, щоб він був вільнішим і вибирають великий бюстгальтер. Що можете порадити в цьому ви? Подбор бюстгальтера – это большая вещь, поэтому мы призываем наших покупательниц выбирать его очень ответственно. Вот, и будьте, как говорится, чтобы эта деталь туалета придавала вам уверенность и шарм. Он не должен быть чересчур узким, он должен быть комфортным. Как может ваша покупательница узнать, что он комфортный? Ну, я понимаю, примерить, но он не должен давить, это 100%. Однозначно. Но вот как понять, что он не давит, а только поддерживает? Ну, путем, конечно, больших примерок. Примеры. И в чем помогут наши консультанты наших магазинов «Аннабель». Также меня интересует материал. Каким он должен быть для того, чтобы действительно он был комфортным? Если говорить о хлопке, то это должен быть хлопок и лайкра. Это будет комфорт. Если говорить о красоте, это должен быть шелк и кружево, естественно. А что выбирают николаевские покупательницы, женщины? Ой, наши покупательницы, женщины, очень разборчивы. И выбирают они настолько широкий ряд нижнего белья. Это и минималистические комплекты, цветочно-фантазийные комплекты, богемно-гламурный стиль представлен у нас. И также, в общем-то, чашки очень популярны, балконет. Чашка классическая, естественно, чашка бра без косточки и чашка на широко поставленную грудь. Прозвучала фраза «чашка балконет». Я думаю, что не все телезрительницы знают об этом. Какая-то чашечка? Шикарная чашка, горизонтально расположенная. В общем-то, приходите к нам, увидите эту всю красоту. А что сейчас на пике моды? Что вы можете предложить нашим николаевцам? Из так называемых пиков моды это практически космические разработки. Вот. Это будет микрофибра бесшовная, лайкра с силиконом добавления. То есть, в общем-то, все очень серьезно. Ну вот пришла николаевская женщина выбрать себе удобный, красивый бюстгальтер. Какие основные критерии она должна к нему подставить, чтобы он действительно был и красивым, и комфортным, и качественным? Ну, на что обратить внимание? Опять же, обращаем внимание на правильно подобранный размер, форму, объем. Вот, то есть. А какие цвета сейчас более популярны? Это ну, настолько широкий спектр, настолько радужные оттенки. И, в общем-то, ну, приходите к нам в магазин, вы увидите все. И даже то, что, о чем вы не мечтали. То есть женщина каждая может выбрать себе на любой вкус? На любой вкус, на любой размер. И цены бюджетные, цены разумные. То есть мы любим своего покупателя, мы его увлекаем, мы его поощряем. Скидки, акции, дисконты, подарочные сертификаты. Все, в общем-то, для нашей покупательницы, любимой покупательницы. Ну что ж, дорогие женщины, я думаю, что каждая из вас может действительно почувствовать себя прекрасной, потому что нижнее белье, оно как высшее образование. Его никто не видит, но оно добавляет нам шарма и уверенности. Я рада, что сегодня вы пришли в нашу студию, рассказали о том, как выбрать правильно бюстгальтер, о том, что каждый бюстгальтер не похож на другого, каждому на свой вкус и на свой выбор.